Всем добрый вечер. Вот и 7 часов. Так, Фануза, здравствуйте. Тоже спасибо, что на камеру вышли. Отлично. Кто еще? Самый смелый, давайте. Друзья, присоединяйтесь. Всех рада видеть. Меня зовут Юлия Антонова. Я тот человек, который в компании, ну, на данный момент являюсь уже в ранге сапфир. Да, это считается лидерский ранг, самый первый ранг. И благодаря тому, что я хорошо включилась с самого начала, я за это время, друзья, заработала, ну вот сегодня посчитала 572 тысячи рублей. И уже выложила ролик в YouTube. Благодарю всех, кто уже сумел посмотреть, прокомментировать, поставить лайк. Вот, кто не успел, заходите и подписывайтесь тоже на мой канал, буду очень рада. Вот, и сегодня я взяла такую классную тему. Я вообще люблю истории людей. Вот. Люблю об этом говорить, люблю слушать тоже, да, мне очень тоже самой интересно. И поэтому сегодня я на свой эфир, так его и назвала, да, челябинские девочки жгут. Я взяла пару участниц, с кем сегодня проведу эту встречу, и мы поделимся с вами нашими историями. Ну и поговорим о возможностях, да, компании и еще раз пройдем по самым выгодным преимуществам компании и опять же по нашей акции, да. Мы не забываем, что сегодня и завтра у нас последние дни акции, поэтому не упускаем такую возможность. И, возможно, здесь сейчас будут люди, которые самый-самый первый раз пришли нас выслушать, узнать про компанию, да, мы об этом будем говорить. Так, ну что, начнем с того, что в первую очередь давайте я, наверное, вкратце расскажу свою историю, да, потому что кто-то, может быть, не знает про меня. Я в компанию зарегистрировалась, получается, в прошлом году в ноябре, в конце. И, знаете, я, конечно, пришла на возможности, потому что мне мой наставник показал вообще преимущество, как можно зарабатывать очень хорошие, серьезные деньги. Честно говоря, я сначала опешила тогда, когда увидела его пост, увидела результаты, но потом, когда уже мы встретились, и это было мне показано наглядно, я уже поняла, что да, все тут уже сопротивляться все равно бесполезно. То есть я, конечно, засыпала очень много, задавала вопросов. И так вот я сразу же приняла решение, и на следующий день я уже была партнером компании. Значит, и что еще вот прям включило в работу меня, друзья? Ну, конечно же, это мои амбиции, мои желания, да, мои мечты, которые я прописала, то, что у меня есть в моей голове. И когда я еще увидела наши продукты, я, честно говоря, была очень приятно шокирована тем, что какие дает результат этот продукт. Вот. И сама благодаря продукту получила тоже очень действенный результат для себя, для здоровья, потому что за 2 месяца благодаря продукту Green Max и благодаря продукту Екатерина, я избавилась от женского недуга, да, фиброаденома и киста в груди. Вот, это я про себя говорю. И сегодня девчата, вот кого пригласила, да, они тоже поделятся своими результатами и расскажут, ну, у кого что, может быть, изменилось в своей жизни. Так, не вижу Гуля, да, пока не добавилась. Вот вижу только Риту. Еще должна Гульнара присоединиться. Значит, давайте тогда, Рит, я тебе сейчас дам слово. Ну, вот моя история такая, да, коротенькая. Я думаю, что если все равно у вас появятся какие-то вопросы в процессе, вы можете прямо написать в чате. Мы на все вопросы ваши ответим. Вот. И если в конце, мы также вопросы разберем. Договорились? Вот. И сейчас я хочу передать слово мною любимой женщине, девушке, красавице. Она сейчас выглядит вообще потрясающе. Мне кажется, Рит, ты помолодела лет на 10, это точно. Похорошела, посвежела. Эта девушка сейчас нам расскажет свою историю, да, как она пришла. Ну и, наверное, свои результаты тоже, Рит, озвучь, да, как по здоровью, так и результаты в целом, да, что ты получаешь здесь в компании.
Вот, какие у тебя изменения в жизни происходят? Так, ну немножко предысторию расскажу, да. Ну, всем здравствуйте, меня зовут Рита Харитинова. Я вот в прошлом служила в полиции. Я майор полиции в отставке. 5 лет я уже на пенсии. Вообще, когда я ушла на пенсию, ну, у меня такие мысли были пойти работать туда, где нет начальников, чтобы потолка не было в зарплате, чтобы время свободное было. Но на тот момент я еще не знала, что такие возможности есть вообще в сетевых компаниях. Потому что пока служила, я, ну, к нам приходили на работу, приносили продукцию, там каталог оставляли, да, там Faberlic, приходили Oriflame, Amway, Avon. Вот. И я думала, что вот вообще работа в сетевых компаниях заключается вот в этом, что продают продукцию и разносят вот эти каталоги. И вот когда я уже была на пенсии, я познакомилась с девушкой из Казани, и она мне рассказала про возможности в сетевых компаниях. И вот я познакомилась с Oriflame. Я пришла в Oriflame. В Oriflame я была 1 год и 2 месяца. Там я, к сожалению, ничего не заработала. Сначала, конечно, я очень расстроилась, что я там ничего не заработала. 1 год и 2 месяца я делала личный товарооборот. Каждые 3 недели 9 тысяч. Представляете? Вот 1 год и 2 месяца сижу на пенсии и каждые 3 недели покупаю продукцию на 9 тысяч в целях, что я тоже заработаю, приглашала людей. Но благодаря тому, что я покупала вот такую продукцию, как шампунь, гель для душа, да, и витамины, у меня дома не образовался склад. А так бы, наверное, у меня тоже был бы склад, и я всем дарила бы только Oriflame. Вот. Но, по крайней мере, я сначала это думала, что я сама такая, вот не умею работать, у меня поэтому не получается в Oriflame заработать. И когда уже сюда пришла в компанию, я от Сабира узнала вот про наш закон 1.9.90. Я поняла, что я была вот в 90% в Oriflame, поэтому как потребитель я не смогла заработать. А в нашу компанию я пришла 15 декабря 2023 года. Вот, на сегодняшний день я заработала 300 600 рублей. Получила очень хорошие результаты по здоровью. У меня прошла аллергия на пыль, прошла пищевая аллергия. У меня поленоза нет. Вот сейчас весна, все вокруг цветет. Много людей страдают от аллергии. У меня нет аллергии. Вот, прошли тоже женские проблемы благодаря Екатерине. Потом вот благодаря Flexi Max я результаты мужа рассказываю. У меня тоже у самой была проблема. У меня правая рука травмирована, оторвана большая головка бицепса, и у меня тоже рука полностью не поднималась раньше. Должны были операцию в прошлом году сделать. Ждала, когда квоту выделят. В июле срок истек, но мне сказали, что в связи с СВО, ну, позже дадут, выделят эту квоту, не в течение года. Ну вот, я, конечно, очень благодарна, что вот эту квоту не выделили мне, а то бы я пошла на эту операцию. Сейчас вот у меня рука совершенно здорова, она у меня поднимается вверх, я могу тяжести носить. И вот когда наблюдалась у гинеколога, мне также говорили, что мне больше 3 килограмм поднимать нельзя. Но я живу в своем доме, поэтому я и в огороде работаю, приходится поднимать тяжести. И вот сейчас, благодаря нашей продукции, у меня со здоровьем все в порядке. И в огороде могу поработать. И, ну, все хорошо в этом плане. Что у меня еще? Ну, вроде бы, если кратко, девочки, все. Юля, задавай вопросы, если что, если я не рассказала что-то. Рит, вот все знаешь, все коротко и понятно, и по делу. Ты молодец, мне вот этим ты нравишься, потому что я сама не люблю петь дифирамбы, да, говорить, там, распевать, расхваливать что-то как-то. Вот у тебя, ну, всегда прям все понятно и все четко. Благодарю тебя за твой такой отзыв, да, и позволь, вот если ты не против, да, потому что ты мне давала свои слайды, показать сейчас участникам, какой у тебя результат получился в плане похудения. А, Вот. точно, да, про похудение еще не И, сказала, да, да. Я ты не похудела на 6 против. килограмм, да. У меня талия была 83 сантиметра, мне все говорили: «Рита, ты и так худая, это, наверное, фотошоп». Но когда в одежде не видно же вот эти объемы, да, у меня висцеральный жир тоже был, живот был большой, и вот благодаря Green Max я вот похудела.
Сейчас у меня вес 49,9 на сегодняшний день, а была 56,8. Да. Риточка, а сейчас я включу слайды, и я хочу показать вот твой результат как раз, да, потому что, так, единственное, я не знаю, получится или нет, у меня это прямо на ноутбуке, ну, давайте попробуем. Так, скажите, видно сейчас вот слайды, то, что я показываю? Да, видно. Да, видно. Видно, да? Видно. Ну, все. Так, ну, может, кто-то с телефона, не, ну, я не знаю. Вот, смотрите. А я с телефона здесь... точно не вижу. Друзья, ну, остальные видите? Я показываю Риту. Видно, видно. Рита в купальнике, да? То есть, смотрите, эта фотография вот сделана. Рит, когда ты делала до фото? Это было в октябре месяце. В октябре, да? То есть вот за это время, ты говоришь, ты похудела уже на 9 килограмм, да? На Нет, 9. На 6 килограмм. Я ой, на 6, на 6, на 6, да. Смотрите, как видна вот разница. И самое интересное, вот не зря же мы, да, говорим, что наш Green Max помогает, убирает висцеральный жир. Посмотрите, как вообще подобрался живот вот у Риты. И как вот многие люди рассказывают, да, что у меня в первую очередь объемы начинают уходить именно с проблемных вот таких вот зон. То есть живот, бедра, вот у меня было то же самое. То есть я когда на четвертый день просто одеваю одежду, я понимаю, что у меня вообще живот ушел. То есть вообще вот просто, ну, классный, да, вот такой эффект. И сейчас еще есть фотография, вот другие, да, вот покажу тоже. Смотрите сбоку. То есть очень сильно заметно, да, прям явно, ну вот идет процесс похудения, снижения веса. И еще скажу, да, что наши продукты, они помогают еще и укреплять мышцы, да, и подтягивать кожу, разглаживать, освежают, кожа освежается, осветляется. И благодаря вот еще Нутримаксу, про себя добавлю, у меня очень хорошо ушел целлюлит. Поэтому, милые женщины, вот у кого есть такая проблема, да, такой вопрос, вот, обязательно пейте Green Max и Nutrimax, и будет вам красота и молодость, да, и внешний вид, и все остальное. Смотрите, вот, ну, парите, это вот правда, это прям очень сильно заметно. Так, трансляция. Я вот заметила, сейчас... что у меня вот брыли подтянулись, у меня прямо такие провисшие такие брыли были, и вот они тоже благодаря Маймаксу уходят. Да, да. Ну, я тебе говорю, что вот даже я, глядя на тебя, то есть какая ты была и какая ты стала, у тебя лицо намного-намного посвежело. Прям светлая стала кожа. Да, да. Вот. И омоложение идет, процесс омоложения. Вот, у меня вот раньше тоже здесь нижбровная была очень такая заметная прям морщина. Сейчас она разглаживается, ее ну, почти уже не видно. Вот, и, Риточка, если ты закончила, да, я сейчас еще слово передам следующей участнице, да, Рит, все? Да, благодарю все, тебя. Спасибо огромное. Так, у нас Гульнара вот следующая на очереди. Гульнар, Гульнара Баранова из Челябинска, мы тебя видим, но немножко ты это, когда двигаешься, у тебя как бы это, интернет теряется, видимо. Ты либо... В одном положении пока стой. Да, я поняла, что у тебя селфи-палка. Вот, и я хочу передать тебе слово. Это партнер в моей команде, Гульнара Баранова. Гульнарочка, тоже поделись тогда своим отзывом про здоровье и вообще, какие перемены у тебя произошли за это время, будучи в компании. Всем привет. Я Гульнара из города Челябинска, мне 49 лет. Вот, пришла в компанию International на продукт. Думала, что вот попробую, все, и закончу с этим делом. Нет, засосала трясина. Короче, мне все нравится. По поводу результатов по здоровью. С коленом собиралась пойти на операцию 21 декабря. Операция отменилась, слава богу. Не знаю, какая бы я вышла после операции. Ну, сейчас 10 шагов делаю каждый день, с палками хожу. Не работаю теперь, тунеядка я.
Хожу, балдею. В торговом развлекательном центре «Алмаз». Ребенка сдала в батуты. Сама сижу возле фонтана. И мне чего-то это нравится. Сегодня я сказала, даже в сад не пойду. Что-то мне как-то понравилось сильно отдыхать. Вот. Нравится такая работа на лайте. Выложила сторисы. Все хорошо. Ребенок у меня отходил целую четверть. Вторая пошла в школу, ходит без единого больничного. Ребенок по 12 лет, он же теперь говорит, что, наверное, нас потеряли уже врачи и думают, что мы умерли, потому что мы к ним не идем. В крайний раз были где-то 2 месяца. Как раз таки вот когда я на операцию собиралась. Что еще сказать? Все хорошо? Всех ждем в M International. Всех любим, всех целуем. А Юля мой наставник, вот. Тоже крутая. 500 000 уже заработала. Все, у меня все, Юль. Юля, ваш наставник не только еще вас обучает и параллельно группу обучает. Я сама у нее обучаюсь, она молодец вообще. Спасибо, девчонки. Спасибо за ваши отзывы, благодарю очень. Тебе. Да, Гулечка, только ты так коротко сказала, и про сына вот ты начала говорить, что вот мой сын не болеет с того-то времени. Я просто знаю историю Гульнары, скажу, что у нее сын до этого болел, ну, я не знаю, там несколько раз, наверное, каждый месяц, да, Гуль? У вас толстенные, как да, ты говорила. Ну, Юль, если хочешь, я могу рассказать. Да, конечно, расскажи сама. Да, у нас все началось, это было в 2-летнем возрасте. У нас как будто бы случилась ангина, но это была нифига не ангина, это был вирус Эпштейн-Барра. Господи, мононуклеоз, я не помню, как он назывался. И с того момента все, у нас просто случился... Иммунитета, короче, не было. У нас пожизненно было ежемесячно. Ежемесячно у нас были антибиотики. Позапрошлый год у нас был май, пневмония. Июнь, июль были ОРЗ, ОРВИ, ангина, август опять пневмония. В сентябре мы лежали в областной больнице, нам обследование не проверили только на муковисцидоз, потому что на тот момент уже не было реактивов. Ну, вообще в России не было реактивов. Так ничего и не выяснили. Потом, ой, снова болели. В мае у нас аденоиды вылетели, потом отец его повез в Сочи. Санаторий, туда он его довез в СВ в вагоне. В обратку он ехал уже опять с ангиной, с кашлем, со всеми делами. И вот уже это был декабрь, мы начали вот продукцию M International. И все, и мы как бы января месяца. Правда, он тут ловил вирусы и полностью был под дождем. Помнишь, Рита, когда мы тебя подвозили? Это презентация, дождик как раз шел. Я пришла домой, у него кроссовки лежали в ванной, вся одежда вплоть до трусов возле машинки стиральной лежала. Ну, короче, он где-то попанул и там, и еще простыл. Но ничего, у нас кроме Гордимакса ничего не было дома. Несколько бутылочек Гордимакса, он в несколько этапов прописал. Потом вот позавчера буквально Лексимакс. Ну и все вот это вот отходит, мокрота. Ну, ни температуры у нас нету. И в школу он ходит, и все хорошо, ну, как бы, я прям благодарна. Ни одной таблеточки мы не выпили, я хочу, кстати, снять какой-нибудь сторис. Я хочу предложить всем, у нас 2 коробки ровно, контейнеровка, аптечка у нас такая огромная. Я хочу прям кому-нибудь ее отдать. Вот так, такие вот у нас результаты. Ай, Гулечка, это будет у тебя прям наикрутейший контент, когда ты это снимешь, выложишь везде, я не знаю, в разные свои соцсети и скажешь, ребята, я избавляюсь, все, больше аптечки моей не будет в доме, да? Круто, молодец. Инсайт. Вопрос. Гульнара, конечно. Сколько лет вашему сыну? Нам 12 лет, в июне будет 13. Угу, клево. Ну, это была, я говорю, это была боль. Я прямо
иногда сидела и прям всех богов, вселенную, всего просила, блин, ну когда-нибудь это уже закончится или нет, это была моя боль. Опять я его при том родила не очень рано, мне было почти 37, поэтому так было очень тяжело. Было. Прямо он, у него температура 40, крайний раз была температура 40. И вот как раз мы начали с гримакса, начали, потом мой макс. И слава богу, вот с января, говорю, как пошли, пошли, и все, и врачи нас потеряли. У меня прям все снимки есть, все наши пневмонии и все на свете. Все закончилось. Спасибо, Гуля, огромное за такой отзыв. Да, благодарим. Кому-то это, я думаю, обязательно, ну, прям будет очень полезно. Может быть, Гульнара, вот Хабибулина, тоже хотите добавить какой-то отзыв про себя или про кого-либо из ваших родных? Здравствуйте, меня зовут Гульнара. Я пришла в компанию в декабре. 5 декабря мы кабинет открыли. Пришла. Я тоже давно искала продукт, компанию, чтобы помочь дочери. У меня у дочери аллергии. Это. Но и ну вот Эльза Хазгалиева, мой прямой спонсор. Это вот она меня с сентября звала, но мы же все не сразу идем обычно. Вот я в декабре, с сентября до декабря я к ней не шла. И вот с 20 декабря у меня дочь GreenMax, стараемся не прерывать. Потом MyMax подключила, BlueMax подключила я ей и Екатеринкой. И вот сейчас, вот четвертый месяц у нас кожа уже лучше. Но есть еще места, которые... Там, мне кажется, она у меня студент, ей 17 лет. Она, мне кажется, все-таки где-то что-то недоделывает, где-то что-то принимает, контролирует. В еде же тоже нужно немножко. Она как студент, скорее всего, всего этого не делает. Я ее вижу только по выходным. Ну, все равно идут результаты. Она сначала... У нас были сильные-сильные обострения, а сейчас уже лучше. Она сама прямо, смотрю, она сама пьет, сама спрашивает, видит уже результат. Вот. Угу. У нее же еще есть врожденный порок сердца. Мы один раз в год наблюдаемся у кардиолога. Вот, думаю, тоже будет улучшение Лаверса. Кардимакс я ей еще не этого не пропивали. Ну, раз эти продукты пока помогают, то есть вы можете их продолжать пить. Пока, да, GreenMax, я говорю, это все равно будем. Пока, до победы. Все, благодарю. Спасибо, Гульнар, большое. Спасибо. У нас, потому что один участник сегодня, вот я не вижу, Галина Романова должна еще, мой партнер, была выйти, но у нее, в общем, там какое-то мероприятие, поэтому, видимо, не смогла выйти. У да, нее дни рождения у мужа и у сына, по-моему. Если я не ошибаюсь. Да. Угу. Ну, по Гале Романовой тогда я могу сказать, ну, вот один из ее отзывов, да, это ее супруг, который не мог долгое время, года два или три, она как рассказывала, излечиться от грибка на лбу, то есть был такой грибок, он мазал разными мазями, там что-то использовал, ничего не помогало, и когда она уже просто сказала, вот, давай, я тебе сейчас намажу, то есть она начала мазать Екатериной. И вот за несколько раз буквально, да, этот грибок сошел, то есть и ничего не осталось. Вот, муж счастлив и доволен. Вот, показатели по анализам, да, у нее улучшились, у дочери, у ее, та же Ксения тоже улучшились анализы. Но это лучше, конечно, в следующий раз она сама уже расскажет. Это я просто добавила. Так, друзья, ну и сейчас у кого-то из тех, кто присутствует, участники, есть вопросы к, ну, к нам или вот кто рассказал про свой результат? То есть что-то хотели бы еще спросить? Если нет, тогда мы будем дальше двигаться. Юля, еще знаешь, 3 дня назад делала маникюр,
И маникюр схватила мой палец, и у меня такая боль была пронзительная. Я думаю, что такое, что-то с заусенцем, что ли. Домой пришла, взяла зубочистку, спирт обмакнула, его так слегка только провела с краев, и у меня гной пошел оттуда. Палец, оказывается, нарвал. Я взяла, так, с другой стороны зубочистки, Екатерину, и это место промазала. На другой день встала, у меня, я не могу найти, который палец у меня нарвал. Потом уже, когда начала щупать, я поняла, что немножко зудится. Я поняла, что мне вот этот вот палец, представляете? Один раз там чуть-чуть на кончике зубочистки у меня вот палец прошел. А так бы он у меня несколько дней бы болел. Вот я тоже лично хочу подтвердить сей факт. У меня сын все время вырывает, как это называется, кутикулу, да? И они у него все время нагнаиваются. И он берет, он, это теперь уже стоит дома, как зубная паста, там, я не знаю, ну, короче, в ванной на полочке. Он всегда помажет, мы развели это водички, горло брызжет, на лицо у него немножко прыщики, 12-13 год, вот эти места, тоже сюда брызгает, в горло брызгает, кутикулу помазал, все прошло, ну, короче, на все руки от скуки. А муж еще мажет, вены брызгает, вот. У него был этот, как это называется, варикоз. В разведенном виде тоже брызгает. Угу. Какой результат? Ну, пока не идет на операцию. До этого у него, он оперировал одну ногу, но вторую вроде собирался, теперь пока не идет. Угу. Понятно. Я все вспомнила, если не перебиваю. Да. Вчера, позавчера в огороде лазила, ну, уборка, сажаю, копаю, и вчера зашла такая вообще убитая, кисти рук вообще болят, и вечером после ванны я руки, поясницу, ноги, Катеринка намазала, все нормально, боль убрала. Отлично. Екатерина, это наше все, да? А вы разводили Екатерину? И вы разводили Екатерину? Да, развожу. Разведенный. А я не развожу. А как вы разводите? Ну, по-разному. Когда на глаз, когда... Смотря куда мажу. Если на лицо, то сильнее развожу. Если по прямому назначению, не развожу, короче. Потом в бальзамы, в шампуни просто тоже надавила. Потом... Обалдеть. Да. Зубную пасту, горошинку положу, зубы чищу. Десны крепче стали. Что еще сказать? Вот, а она на лицо пшикалку маленькую. Там совсем, на лицо совсем ну, там чуть-чуть. Там 100 миллилитров сколько разводите? Одну капельку или три? Одну капельку вот на 100 миллилитров, например. Одна капелька или три? Чтобы вот вы же на руки нанесли, да, вот на поясницу, на все. Да. Три капельки? Да я вот тоже три капельки делаю. А она скажите, же размыливается. Вы... Ты ее берешь, горошинку, потом сырыми руками разводишь, и потом на колени, на поясницу и на шею тоже, везде. А я хочу еще спросить, а волосы сами по себе, они лучше становятся? Ну, крепче становятся, и какие-то эти, как сказать, сильнее, что ли. Ну, то они сама луковица толще, да? У меня волос сам толстый, сам по себе. У меня вот тонкий. Людмила, в любом случае пробуйте, делайте это, потому что не от одного человека уже я и наслышана, и я сама стала это тоже делать. Я укрепляю сейчас тоже свои волосы. Вот. И у нас, когда я помню, мы праздновали новогодний корпоратив, рядом со мной сидела тоже партнер, и она рассказывала, она говорит, у меня сзади были прям конкретные залысины, то есть, ну, вообще там не было почти волос, после ковида, видимо, так сильно посыпались волосы, и она стала также разводить и мазать, вот, она говорит, когда разведу, когда там не успеют, просто, говорит, мажу и все, и оставляю, то есть она не смывала его, и она буквально там ей хватило, ну, по-моему, не помню, 1,5-2 недели, она говорит, я вижу, что прям волосы стали отрастать, и вот так она сама себе помогла, так что вот пользуйтесь. Екатерина в любом случае
вам не навредит. И хотите, разбавьте, попробуйте, хотите, так нанесите, да, но аккуратно, потому что, ну, у всех, опять же, чувствительность разная, и поэтому надо быть аккуратным. Да, все. Благодарю, спасибо. Гульнара, спасибо за отзыв. Тоже очень приятно, что поделились. Может, кто-то еще хочет добавить? Есть такие желающие? Буквально две минутки. Я хотела бы сказать. У меня говорите. На макушке уже, можно сказать, лысина была. Ей 82 года. У нее сейчас волосы выросли. Кстати, еще они черные. Не только белые, а черные. А как вы делали? Вы разбавляли Екатерину или нет? Нет, мы Екатерину вообще не мазали. Мы просто так пользовались Екатериной, а все витамины мы пьем. Все, я поняла. Это, скорее всего, знаете, действие Гринмакса, потому что я по своей маме могу тоже сказать. У мамы волос седой, вот, и после того, когда ей сделали на глаза операцию, она перестала красить волосы. И когда я начала давать Гринмакс, она начала его пить. Мало того, что ушли проблемы с запором, да, я начала замечать, как у нее с задней стороны волос стал темнеть. Это было вообще так интересно, и причем волосы стали гуще намного. То есть не жидкие, там, да, у нее редкий такой волос, но здесь вот прям вот такие перемены пошли. Так что реально, да, Гринмакс так работает. Намного гуще у нее, тут волосы намного гуще, чем остальные места. Ясно. Спасибо, Эльвира, большое тоже за отзыв. Благодарю. Спасибо. Так, ну что, друзья, давайте двигаемся дальше. Значит, сейчас я сделаю трансляцию и покажу вам, значит, открою слайды по маркетингу. Так, скажите, видно слайды? Да, видно. Отлично, все, спасибочки. Юль, можно я на секундочку перебью, пожалуйста? Говори. Короче, я хочу белье нижнее примерить. Можно я выйду, а? Пожалуйста. Пожалуйста. Я что, тебя держу, что ли? Все, всем пока. А ты можешь показать, если ты купишь нам покупочку свою. Похвастаешься. Ой, Гуля. Так, ну все, идем дальше, друзья. Значит, весь маркетинг, конечно, я рассказывать не буду, да, но смотрите, я хочу проговорить самые-самые важные моменты. Рассказать, во-первых, почему сейчас вот прям тем людям, кто, может быть, первый раз сейчас находится у нас на встрече, почему именно сейчас нужно принять решение и зайти в компанию M International. Дело в том, что, так вот, долистала до стартовых пакетов, да, дело в том, что вот смотрите, у нас в компании 4 вида входа, и каждый вход, каждый пакет, он наполнен определенным количеством продуктов. Продукты, друзья, вы выбираете сами, то есть Greenmax или MyMax, да, или там Greenmax и Екатерина, то есть все, что вы хотите выбрать. Здесь никакой вот нет, что вам эта компания кладет, да, то есть вы сами выбираете. И вот этот пакет, самый первый, Silver, стоимостью 110 CP, а CP это у нас внутренняя валюта в компании, потому что компания международная, и на сегодняшний день одно CP равняется 110 рублей, то есть в рублях это 12100, то есть этот пакет Silver стоит 12100 рублей. И это вот мы называем, да, это потребительский пакет, точно так же, как и второй, вот пакет Gold. Пакет Gold стоит 550 CP, в рублях это 60 500 рублей, но здесь, друзья, 10 продуктов. То есть обратите внимание, что насколько много больше вы получаете продуктов. И вот сейчас идет акция, что если человек заходит на пакет Gold, он получает третий пакет, пакет называется Mobile, это уже бизнесовый пакет, стоимостью 1100 CP, в рублях это 121 тысяча рублей, и его наполняемость 20 продуктов. И теперь внимание, да, вопрос, не вопрос, вернее, внимание, минутка.
Если сегодня и завтра вы заходите на пакет Gold, потребительский пакет, то преимущество для вас, что вы получаете пакет Mobile. Но вам при этом не нужно оплачивать 121 тысячу, вы всего платите в два раза меньше 60 500 рублей. При этом вы получаете 10 продуктов, но самая большая выгода для вас в том, что вы будете иметь по видам заработка все 9 видов дохода, да, вот как на мобайле, так и на Supreme. И вот четвертый пакет Supreme, его стоимость составляет 360 тысяч рублей, вот, наполняемость 60 продуктов. То есть 4 пакета, еще раз повторюсь, заходя на Gold, вы получаете пакет Mobile. То есть этим нужно сейчас просто воспользоваться, даже если вы пока, может быть, не до конца изучили там, продукты или не до конца изучили преимущества и все бонусы. Друзья, поверьте нам на слово, нужно включиться, занять свое место, потому что у нас бинарная система. И вы сейчас дальше поймете, да, почему нужно занять место. Вот я вам покажу все виды бонусов. Надеюсь, вы это видите, да, слайд. Все 9 видов бонуса, которые вы можете здесь получать и очень хорошо зарабатывать. Первый – это скидочный бонус, да. Дальше идет у нас реферальный. Третий – реферальный бонус от второй линии. Переходной бонус, вот бинарный. Бонус активации. Активация – это имеется в виду, когда человек, неважно, покупает он продукт или вот он захотел активировать кабинет, вы всегда с этого тоже будете получать деньги. Седьмой бонус – бонус за статус. То есть когда вы двигаетесь по карьере и у вас накапливаются вот эти BV, да, то есть не буду сейчас голову забивать, но скажу, что от BV у нас считаются все виды заработка, все бонусы. Следующий идет лидерский бонус и бонус за воспитание лидера. Значит, вот скажу так, что бинарный бонус – это пассивный доход. Дальше лидерский бонус – это тоже пассивный доход. То есть и тогда, когда у вас пассивный доход превышает уже сумму, допустим, реферального, это говорит о том, что у вас бизнес состоялся на ура. Почему? Потому что очень важно, да, когда вы создаете команду, получать уже, неважно, даже если вы вдруг не работаете по какой-то причине, да, например, уехали, но при этом работает команда, у вас всегда пассивный доход идет, и, как говорится, начисления все происходят в ваш личный кабинет. Вот теперь давайте более расскажу, да, уже про скидочный бонус, самый первый. Это идет возврат вам сразу же на кошелек тех денег, которые вы получаете в виде скидки, в виде кэшбэка. 40% от стоимости вот этого BV, да, вот видите, да, 80, если мы умножаем на 40%, то получается в рублях, да, я сейчас не буду вот вам DP вот эти озвучивать, но скажу, это примерно 3500 рублей. Вы сразу же получаете кэшбэком. И вот этот кэшбэк вы можете использовать на приобретение следующего продукта через 45 дней, потому как у нас есть активация, да, кабинета, это когда человек может купить хотя бы один продукт, вот, со скидкой. Если на пакете Gold, вот вы зашли на второй пакет, то вам идет возврат уже 100, ну, тут 160 DP, в рублях это порядка 17 600 рублей, по-моему, так. Если третий пакет, то это порядка 35 тысяч примерно вам идет возврат, да, и на четвертом пакете Supreme это уже 105 тысяч вам возвращается. Ну, по-моему, вот если в рублях посчитать на 110, может быть, я чуть-чуть ошибаюсь. Вот, ну, не суть, да, то есть можно умножить и точные цифры все это посчитать. Так, теперь вот идем к реферальному бонусу. Смотрите, реферальный бонус нам начисляется от 20 до 40%. Что это такое? Это тогда, когда я сама лично пригласила другого человека, да, то есть человек заинтересовался, он пришел ко мне на любой из пакетов, и мне за это компания платит деньги, то есть живые деньги, которые я могу вывести в любой момент. То есть
ну вот я сейчас, да, то есть я на пакете Mobile, на бизнес-пакете, если я приглашаю, допустим, по акции Голда, то я получаю, ну, почти 18 тысяч рублей. То есть вот сумма, да, 160 CP, если мы умножаем на 110, почти 18 тысяч. Вот. Если выше пакет, то тут уже больше, да, по деньгам. И вы можете просто даже наглядно, вот сейчас я не буду каждую цифру озвучивать, все, в принципе, в табличке видно, вы можете сравнить, что пакет Silver, вот, да, если он пригласил Supreme, 480. А если я беру последнюю цифру, когда Supreme приглашает Supreme, то тут 960, то есть в два раза больше у вас доходы. Поэтому выгодно, ребята, и доносите, да, своим новичкам, партнерам, вообще людям, кому говорите информацию, всегда говорите о том, что бизнес-пакеты гораздо выгоднее по выплатам, поэтому выгоднее заходить сейчас либо по акции, да, вот за два дня и получать вот эти вот бонусы, вот, либо заходить уже на эти пакеты, Mobile или Supreme. Вот, ну, надеюсь, понятно. Если вопросы вот сейчас есть, задавайте, если вопросов нет, еще дальше идем. Я хочу задать вопрос. Вот давайте. Вы говорили, можно, да? Конечно. В общем, активация бонуса. Но это бонус активации. Это вот когда ты, например, сделал активацию своего кабинета, например, и возвратилось 32 CP ко мне, да? Вот, при активации. Людмила, я поняла, да. То есть если вы зарегистрировались, вот, я возвращаюсь к этому слайду, вот скидочный бонус. Вот простым языком кэшбэк, скидка. Вот, если вы зарегистрировались на Silver, то вам сразу же возврат идет 32, да, вот DP. Но эти деньги вы не выводите, а вы их можете использовать на приобретение только продукта. То есть скидка у вас будет 50%. Понятно? Но они идут, да? Они идут с активацией, например, этого кабинета второго. Или третьего. Она хочет, Юля, она хочет, наверное, спросить бонус активации. Если под тобой партнер берет продукцию, начисляется бонус. Ну, это другое. Это не скидочный бонус. То есть вопрос-то был по поводу вот, ну, как бы скидки вот этой, да, что если я зарегистрировалась, я получаю вот этот кэшбэк. А если бонус активации, это дальше, это следующий бонус. То есть он к скидочному бонусу никак не относится. То есть мы можем до него дойти, я вам потом поясню, хорошо? Хорошо. Так, давайте. Вот по реферальному есть вопросы, друзья? Вопросов нет. Идем дальше. Теперь идет реферальный бонус от второй линии, да, следующий бонус. То есть, смотрите, это, допустим, наверху, да, там вы или я. Я на бизнес-пакете Mobile. Если моя первая линия, да, вот в серединке девушка в голубой рубашке, она тоже Mobile, да, и она приглашает, допустим, своего человека также на пакет Mobile, то я со второй линии, то есть вот с этой нижнего человека, я всегда буду получать 5%, то есть именно от второй линии, своих лично приглашенных людей. То есть, допустим, у меня лично приглашенных 2 человека, да, первый пригласил, допустим, там, подругу, я получаю 5% от BV, и второй человек у меня также пригласил там друга или подругу, я точно так же за него, там, за второго человека тоже получу 5%. В качестве примера вот здесь написано «платинум». Допустим, да, 800 BV мы умножаем на 5%, получается 40 CP, то есть в деньгах это, ну, почти там около 5000 рублей. А если Supreme берем, да, то это порядка 13 с лишним тысяч рублей. То есть, ну, вот так это все, в принципе, происходит. По этому бонусу есть вопросы? Ну, я думаю, здесь все просто и понятно. Так. Переходной бонус, ну, давайте так тоже разберем. Значит, смотрите, вот это я, так,
Да, это я, вот написано «вы», да, то есть вот в красном галстуке, допустим, я или вы, также на своем примере, вы пригласили человека, который у вас зашел на минимальный пакет «Сильвер», да, то есть вот написано, а я на бизнес-пакете. Ваш «Сильвер» приглашает, допустим, подругу, которая заходит на бизнес-пакет. Так вот, мой человек в этом случае получит по бонусу 160 CP, а мне 160, то есть перетекут как наставнику. Почему? Потому что мой вот этот лично приглашенный человек, он не на бизнес-пакете. Поэтому прежде чем регистрировать, допустим, да, человека, который хочет зайти на мобайл, я говорю о том, что смотри, ты теряешь выгоду. Сделай, зайди на бизнес-пакет, обновись, и тогда ты получишь все 320 CP. То есть полностью все деньги ты получишь. Вот. Ну, во-первых, таким образом я мотивирую человека все-таки вести бизнес, да, и зарабатывать уже больше денег, да, то есть в два раза больше человек мой получит. Это выгодно и моему новичку, да, и в целом для роста команды, для развития команды. Вот, в принципе, вот про этот бонус сказала. Если вопросы возникают, задавайте. Так, вопросов нет. И теперь мы подошли вот как раз к вебинарному бонусу. Друзья, почему, вот помните, говорила, что как можно быстрее нужно занять место, почему? Потому что у нас бинар – это от слова «два», то есть левое или правое плечо, да, ножка, хотите, скажите, там еще как-то. В общем, когда я приглашаю людей, то есть я расставляю людей либо вправо, либо влево, в зависимости уже от количества баллов. То есть я захожу в свой личный кабинет вот в основной и смотрю, где меньше, туда я и ставлю. Для того, чтобы срабатывал бинар. Что такое бинар? От слова «два», да, уже говорила. То есть если у вас в левой ножке, вот, допустим, зашел сильвер, и в правой ножке вы поставили сильвер, у вас работает бинар, и от BV, от 80 BV, вы получаете 10% пассивного дохода, то есть это 8 CP. Если, допустим, на примере голда, да, то есть то же самое, 400 мы умножаем на 10%, получаем 40 CP. У мобайла это 80 CP, у Суприма 240 CP. Вот. А если, как правило, да, люди спрашивают, а если у меня в одной ножке будет, допустим, сильвер, а в другой ножке будет мобайл? Здесь, друзья, не нужно ничего пугаться, то есть здесь вы получаете в таком случае как по сильверу, то есть как по нижнему пакету, да, то есть срабатывает бинар в виде, опять же, 10%. Вот. И здесь еще, смотрите, очень важно понять, почему нужно вовремя подключаться, да, все просто, потому что пока вы думаете, да, под вас могут вставать уже другие люди, то есть вами лично приглашенные, не вами. То есть, может быть, у вас зашел в команду активный человек, и он уже начал подключение делать. И эти люди могут стать под вас, если вы займете вот место, да, то есть чем раньше, тем лучше. И это вам, опять же, на будущее даст пассивный доход, тогда, когда бинары будут срабатывать. То есть вы пришли, вы начали ставить людей, и у вас приходит пассивный доход. Сейчас не буду углубляться, но скажу, что мы бинар получаем не только 10%, но мы его можем получать даже до 30%. То есть есть ролики «Золотой треугольник», что это такое, спросите у ваших наставников или у людей, кто вас пригласил сюда сегодня, они вам скинут этот ролик, и вы уже более подробно поймете, что это такое и как получать по бинару пассивный доход до 30%. Вот. Какой вопрос сейчас есть по бинарному бонусу у кого-либо? Задавайте. Так, вопросов нет. Ну, давайте тогда здесь скажу, что вот на следующем слайде это как раз про золотой треугольник. Да? Углубляться сейчас тоже не буду, мы двигаемся дальше, это вы лучше посмотрите видео.
И следующий бонус, да, это за статус. То есть когда, помните, я говорила, озвучила, что когда у вас накапливаются вот эти BV на вашем кошельке, то есть вы все это все абсолютно видите в кабинете в своем. То есть вот как только у меня накопилось 3888 CP, да, CP, я получила премию от компании 111 CP. То есть премия, да, порядка 12 тысяч рублей. Ну, а уже когда выше, да, то есть вот как только у вас на счету 8888, вы получаете 222 CP. То есть это ранг уже рубина. Ну и так далее. Третий ранг – это изумруд, потом идет даймонд, потом уже дайбл даймонд. Ну и премии, вот как вы видите, да, они становится все больше, больше, больше в размерах, да, увеличиваются прям. Вот. Подробно тоже вот не буду заострять внимание, потому что все 9 я, ну, говорила, я не буду их рассказывать, я прям самые-самые основные. Лидерский бонус, также пассивный доход с уже глубины, тогда, когда вы выходите на какой-либо ранг, да, то есть вы еще получаете плюсом 2% от там второго поколения и до 10-го, да, то есть если вы растете в статусах. И эти деньги вы получаете 1 числа каждого месяца. То есть они приходят вам также на счет, вы все это тоже видите. Следующий бонус за воспитание лидера. То есть тоже вам покажу, что как только вы воспитали, допустим, ну, сказано тогда, воспитали, как только у вас в команде вырос сапфир или рубин или изумруд, да, и вплоть до крауд-даймонд-директора, то вы получаете следующие вот такие вот очень вкусные бонусы в деньгах. Так, ну и вот к вопросу Людмилы. Людмила, бонус активации, да, то есть когда ваши люди активируют, покупают, допустим, продукт, вы получаете вот такие деньги уже либо по реферальному бонусу, по бинарному, да, то есть на каждом из пакетов, вот. То есть как только человек купил, у вас активация произошла, да, то есть человек сделал, у вас это все тоже отображается в вашем личном кабинете. И необходимо делать покупку, напомню, раз в 45 дней для того, чтобы аккаунт оставался активным. Друзья, вот про это тоже не забываем, потому что в моей ситуации было такое, что я однажды, вы знаете, помнила вроде бы, а потом... Вот не знаю, что произошло, да, я забыла, и получилось так, что, ну, буквально там бинарный бонус пролетел мимо меня, потому что у меня не было активности. Так что отслеживайте этот момент, ставьте себе какие-то прям напоминания, пишите себе это и не забывайте активировать. Так, вот теперь я с вами выключила маркетинг, давайте тогда... по вопросам, у кого сложились вопросы, может быть, или возникли. Так. Пока тишина. Да, тишина. Лес друг. Скажите... задать вопрос. Это за... и ты, Юля, сразу ответила, смотря вот Абинар, вот как вот в зависимости, кого подключаешь, вот, допустим, от Сильвера, да, ведь вот бинар от чего зависит? От того, на какой продукт зашел партнер, получается. Я только хотела спросить, и вы продолжили. Но я ответила, главное, что я ответила на вопрос. Да, да, да. Ну, отлично, отлично. Да. Так, хорошо, друзья, и завершение всего нашего с вами эфира, да, давайте я сделаю тогда демонстрацию экрана, потому что, ну, может быть, здесь и новички, может быть, люди пока стесняются включить микрофон, да, я покажу свой кабинет и покажу свои начисления, да. Так, я надеюсь, что видно мой экран. Вот смотрите, друзья, да, то есть вот моя страница, я зашла в свой личный кабинет M International,
Здесь есть вкладочка такая, бонус. Так, ой, секунду, подождите, не туда нажимаю, да, вот бонус. И когда перехожу на бонус, дальше есть, вот смотрите, такая табличка, да. То есть помните, я вам говорила, что бонус сообщества – это как раз-таки наш бинарный бонус, а реферальный – это тогда, когда мы с вами приглашаем людей. Так вот у меня на сегодня рефералка пока превышает мой пассивный доход, а нужно наоборот стремиться, чтобы у меня бинар превышал мою рефералку. Вот тогда бизнес будет очень круто идти. Так, друзья, у кого звук, отключите, пожалуйста, звук. Кто-то там что-то делает на кухне или где-то, не знаю. Так, и теперь смотрите, то, что хотела показать, да, общий суммарный бонус вот здесь ниже в правой части, то есть у меня составляет на сегодняшний день 5205.72 этот, DP или вот CP, я все время здесь путаю почему-то. DP, Риточка, спасибо большое. DP? CP. CP, все правильно, CP, все отлично, спасибо. Поправляете меня. Теперь смотрите, да, 5205 я умножаю на курс 110, и у меня получается сумма 572 550 рублей. То есть вот именно эти деньги я вывела их. Здесь ниже, ну вот здесь ниже, да, то есть за каждый день, вот сколько за каждый день мне приходит, все-все-все прям от компании видно, да, то есть на скольки страницах, за каждый день. Кроме этого, я могу, допустим, зайдя на домашнюю страницу вот здесь, убрав рекламу, могу посмотреть, что те деньги, которые мы получаем от компании, они всегда есть на кошельке CP1. То есть, и вот у меня здесь всего лишь 10 CP, соответственно, это говорит о том, что всю сумму, которая у меня была начислена, 5205 CP, да, то есть я их вывела, вот, я их вывела, и поэтому деньги мы здесь забираем от компании. Вот, а как раз-таки срок действия активации кабинета, вот она всегда у вас, друзья, вот здесь, потому что некоторые люди спрашивают, а где мне посмотреть, а как увидеть? Вот, смотрите, под рекламой, прям в серединке написано срок действия истекает 8 июня 2024 года. То есть вот у меня есть время 40 дней для того, чтобы я потом уже могла активировать. Вот. Ну вот, собственно, то, что я хотела вам показать, рассказать, да, и то, чем вопрос. Я хотела с вами поделиться. Да, вопрос, слушаю. А вот этот вот endpoint в конце у тебя внизу строчка, это получается появится у нас, когда мы первый статус закроем, да? Нет, endpoint, они были ранее, сейчас они уже от компании не даются, то есть те люди, которые в самое начало заходили, они получали endpoint. Endpoint можно использовать сейчас на данный момент на покупку кофе, вот. Там что идет, паста. Да, какая, ну, атрибутика, вот, и, ну, не знаю, насколько верна, не верна информация, ну, не буду, наверное, я сейчас про это говорить, в общем, M-поинты нам больше компания не выдает. Ага, все, поняла. Угу. Еще вопрос. Можно я добавлю, Юля? Да, это Эльвира Давлетшина, M-поинты, это можно сейчас покупать. То есть вы можете купить, и там они могут храниться. Далее будут эти эмпоинты у нас работать, ну, как свои, как бы, ну, как биткоин, там, как криптовалюта. Да. Ну, кто хочет, может купить и может хранить там. Потом это очень хорошие, они будут работать, они будут расти, то есть как, ну, типа биткоин, эфириум, там, ну, вот так вот. Ну, кто хочет, а кто не хочет, не надо, вот. Я вот это хотела сказать, спасибо. А кто, скажите, кто эту информацию давал, Эльвира, вот по поводу эндпоинтов?
Ну, по поводу импоинтов, это когда Салтанат приезжала, рассказывала, что у нас будут свои криптовалюта, своя криптовалюта импоинт. Понятно. Ну, вот я, к сожалению, не слышала. Не импоинт, а эмкоин будет. То есть вот эти эмпоинты превратятся потом в эмкоин. Ясно. Ну все, благодарю за уточнение, что вы, если вы слышали, знаете, потому что если я не была, не слышала эту информацию, ну, то есть я лучше не скажу, да, потому что не хочу в заблуждение людей вводить. Вот, друзья, еще вопросы у кого остались? Так, все, вопросов нет, да? Так, и нашей Гули с покупкой тоже мы не видим, поэтому, ну, надеемся, что она купила то, что хотела, да? Я тогда всех вас хочу поблагодарить за то, что вы были вместе со мной, вместе с нами. Я желаю вам хорошего вечера. И всем, кому будет интересно, опять же, друзья, да, еще раз скажу, зайдите, может быть, на мой канал YouTube, найдите мое видео сегодняшнее, которое я выложила, поддержите лайками, комментариями, буду очень вам признательна. Кто это сделает, я тому выложу ролик, скину, вернее, в личку ролик, как можно делать запись с телефона, чтобы вы взяли телефон и просто на телефоне записали, да, как, допустим, зайти в кабинет, то есть чтобы вы могли это, допустим, или своему человеку показывать, или партнеру показывать. То есть это на самом деле очень удобно. Вот я этому научилась, поэтому, если хотите, да, этот ролик скину вам. Вот, и свое видео, которое отправляла, то есть оно тоже в чате Сабира Хабира. Ну, если хотите, я продублирую. Сегодня же, да, скидывали вы на YouTube-канал? Да, на YouTube-канал сегодня скидывала, но я могу продублировать. Давайте лучше, чтобы не запутались, да, я сейчас продублирую прямо здесь, уже под эфиром. И кто захочет, сделайте лайк, комментарий и получите от меня этот ролик. Спасибо. Сейчас зайдем. Пожалуйста. Как вам вообще, как вам встреча? Да, как вам встреча? Вот я забыла спросить. Как вам, понравилось? Нравится. Скажите свое имя и фамилию. Мне сказать? Да, чтобы в Ютубе я вас нашла. А, Лилия, да, говорит. Лилия, меня зовут Юлия Антонова. Я сейчас здесь в чате Сабира Хабира, это вы видео прям выложу, чтобы вы не искали, и так вам будет быстрее. Юлия Хабирова, да? Юлия Антонова. Антонова. Город Челябинск. Пока я не Хабирова, да и, собственно, не Хабирова. Ой, классно, молодцы, дали нам повеселиться чуть-чуть, да, посмеяться. Спасибо большое, Лиля. Так, ну что, друзья, благодарю всех. Всем тогда доброго вечера, до новых встреч. Всем пока-пока. Спасибо. Спасибо, Юлечка. Всем пока-пока. Спасибо, до свидания. До свидания. Всего хорошего. Всего хорошего.